радуется успеху сына. Но Головин. Головин будет обводить мяч. Да. С внутренней стороны. Шикарная победа нашей сборной. Это, конечно, фантастика. Мы могли только мечтать о таком результате, но он абсолютно заслужен. Вот здесь Александр Головин исполнил. Это действительно. Уже в своем стиле этот удар. 5-0. Ну просто фантастика. Вот тебе раз. Не было ни гроша, да вдруг Колтын.